Всем привет, меня зовут Татьяна, и сегодня будет обзор из магазина «Лента», город Ижевск. И при входе нас встречает вот такой стенд «Светлой Пасхи». Ну и давайте не будем проходить мимо, посмотрим, что нас здесь ждет и что нам здесь предлагают. И вот такой набор декоративных украшений в виде яиц на декоративной палочке за 120 рублей. Сами яйца, они текстильные, и палочка бамбуковая. Еще один пасхальный набор цыплята за 70 рублей, в наборе 6 штук. И подобный набор также продается в фикс-прайсе. Очень милые желтые цыплята. Сувенир-зайчик за 100 рублей. Есть несколько вариантов. Вот такой голубой с морковкой. И зеленый также с морковкой и с ромашкой. Желтенький зайчик с цветочками, с бабочками. И розовый зайчишка тоже с морковкой. Сувенир зайчик за 190 рублей. Есть вот такой зайчик девочка с ромашкой. Пушистики меховые. А это, наверное, зайчик мальчик, прыгающий на скакалке. Украшение пасхальное гнездо за 90 рублей. Есть гнезда, вот курочка с яйцами. Тут уже курочка с цыпленком. И также белая курочка с перышком и с яйцом. Так, за 100 рублей еще один пасхальный набор гнезда. В наборе 4 гнездышка. Они сделаны из сизаля, с ромашками. И расцветки есть разные. Желтые, зеленые, голубые, оранжевые, красные. Лукошка декоративная за 280 рублей. Это такая очень красивая корзинка, симпатичная. В нее можно будет положить на Пасху яйца крашеные. Будет смотреться на столе очень колоритно и уютно. И вот еще одна корзина пасхальная за 200 рублей. Она сделана из цветного сизаля, декорирована такой гипюровой лентой, яйцами. И цвета тоже в ассортименте. Набор подарочных полотенец за 200 рублей. В наборе 2 штуки. Размер 40 на 60. Они идут уже в подарочной упаковке. Состав у них 100% хлопок. И можно кому-нибудь подарить на Пасху. Производство Россия. Расцветки есть разные. Тарелка для яиц и кулича за 120 рублей. Диаметр такой тарелки 21,5 сантиметра. Тарелка идет на 8 яиц, и посередине можно поставить один кулич. Тарелки сделаны из стекла, и расцветки тоже разные. И еще одна тарелка за 160 рублей. Также рассчитана на 8 яиц и на один кулич, но размер у нее уже побольше, 25,5 сантиметров. Также сделана из стекла. Салфетка декоративная за 70 рублей. Она квадратная, 32 сантиметра у нее сторона. Сделана из гобелена. Также с пасхальной тематикой. И рисунки есть разные. Так, а здесь у нас набор мерных ложек за 130 рублей. В наборе 6 штук. Очень удобные будут для измерения, например, количество соли, сахара, соды. Для тех, кто любит печь различные тортики, бисквиты. И также к ним в комплект идут вот такие венчики в таких же расцветках. Так, миска металлическая за 100 рублей. Диаметр этой миски 15 сантиметров. Есть миска побольше за 140 рублей, диаметр 20 сантиметров.
И самая большая миска за 240 рублей. Диаметр у нее 26 сантиметров. Сделаны такие миски в Индии. Они металлические. И вот так они смотрятся вместе. Набор контейнеров 5 штук за 150 рублей. Крышки у них вот такие яркие. Такие контейнеры можно мыть в посудомоечной машине, использовать в морозилке, разогревать в микроволновке. Так, а здесь у нас набор мисок за 200 рублей. В наборе 3 миски и один дуршлаг. Вот здесь уже кто-то распаковал такой наборчик. Сейчас покажу. Вот это такой дуршлаг с ножками. Все расцветки очень яркие. Это у нас контейнер с крышкой за 40 рублей, объем 400 миллилитров, производство России. И контейнеры такие представлены в трех приятных расцветках. Также такие же контейнеры есть объемом на 1 литр за 80 рублей. И за 130 рублей можно купить такие же контейнеры на объем 2,8 литра. И вот нашла еще самые маленькие контейнеры на 200 миллилитров за 25 рублей. А здесь на полочках нашла очень милые формы для запекания, фарфоровые, за 200 рублей. Вот эта форма прямоугольная. Посмотрите, какие они нежные, красивые, с ручками. Вот эта форма квадратная. Сделаны очень аккуратно. Можно порционно запекать какие-нибудь блюда. Вот еще есть овальная форма. И круглая. А также для запекания нашла еще горшочек для жаркого за 150 рублей. Производство Россия. Объем 600 миллилитров. Тоже выполнены очень качественно и красиво. А это здесь подставка под стаканы. В наборе 3 штуки. Стоит 140 рублей. Сделаны из пробки. Очень стильные, красивые. И посмотрим кружки. Вот, например, чайная пара всего за 170 рублей. Состав керамика. Вот кружка с такой весенней тематикой. Объем чашки 220 миллилитров, а диаметр блюдца 14,5 сантиметра. И эта чайная пара идет вот в такой подарочной упаковке. Можно даже кому-нибудь подарить. Кружка за 159 рублей. Вот такая она рифленая. С голубой каемочкой. С золотой надписью. Объем 400 миллилитров. Сделана из фарфора. И надписи есть разные. Очень стильная и красивая. Кружка за 143 рубля. Посмотрите, какая она большая, глянцевая, и рисунок в виде сот. Объем 420 миллилитров, сделано также из фарфора, и вот есть две расцветки. Еще одна красивая стильная кружка за 220 рублей.
Объем 350 миллилитров, сделано также из фарфора. Еще одна кружка из фарфора за 151 рубль. Объем у нее 360 миллилитров. И посмотрите, какая же она стильная и красивая. Сделана из матового материала в виде такого геометрического рисунка. И вот есть такие приятные нежные расцветки. Белый, серый и припыленный розовый. И еще одна кружка за 143 рубля, 340 миллилитров, также из фарфора, с такой весенней тематикой. Ну а на этом я буду заканчивать свой обзор. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, я вам буду очень рада и благодарна. А я желаю вам всем отличного настроения, крепкого здоровья и всем пока-пока.